Поставь лайк, ты крашу на канале Ебамаш. Всем привет, ребята, и добро пожаловать в новое видео. Перед началом убедись, что ты поставил большой палец вверх. И наслаждайся этим видео. Мама, можно я накрашу сама? Ты уверена? Да. Я слегка переживаю. Девочки такие, девочки, ой, охота подстриглись. А, хочу длинные, длинные. Отращивают. Фу, эти длинные, надо подстричься. Ничего себе, просто столько бальзамчиков на любой вкус. Скажи Е, скажи В, скажи А. Получилось Ева! Так, что не спим? Не знаю. Сегодня я побуду вас черлидершей. Ого-го-го-го! Вот это да! Так, первое, что нужно для черлидерши? Костюм. Конечно же, костюм. Вот это совсем не подходит. Вау! Вы только посмотрите, какой лук получился! Я уже давно хотела такой костюм. Как думаешь, может быть, сюда подойдут еще вот митинги? Розовые или вот черные, например, тоже могут. Я думаю, черные. Давай померим, посмотрим, как это выглядит. Вот так выглядит черный. И вот так с розовой. Какая вам больше нравится, напишите в комментах. Мне кажется, черная больше подходит. Мне тоже кажется, или вообще не подходит. Ну, давай черную. Оставишь черные? Да. Настоящие черлидерши, они, как правило, все ходят с длинными волосами. И у них собранные прически такие. Вот, поэтому я предлагаю тебе собрать волосы. Давай. Для начала нужно сделать высокий тугой хвост. Это достаточно проблематично сделать, потому что волосы-то короткие. Все будет выпадать. Нам нужна будет пенка. В общем, используем ее. Мы планируем как-нибудь собираться на концерт, который у меня будет. Надо же как-то будет убрать волосы все-таки. Да, точно. Как раз сейчас и посмотрим, как это происходит. Да. Слышишь, как пенка хрустит? Но я не слышу хруста безе. Светлана, я не слышу хруста безе. Светлана, хруст безе где? Это всегда ассоциация теперь с этим, когда ты слышишь слово хруст. Что это такая проблема ровно голову подержать? Можно же держать ровно ее? Нет. Как нет? Ай, больно! Красота требует жертв. Любимая фраза всех мам, которые запитают косички дочкам. Я лысый глобус. Вот такой, смотри, у тебя хвостик. Милашный. Пушистый, как кисточка для, скажите, румян. Поскольку у всех черлидерш волосы длинные в основном, поэтому мы приделаем хвост тебе, правильно? Япон. Блин, ну хвост, конечно, офигенный. Прям длинные волосы. У меня их очень давно не было. Я уже забыла, что такое длинный волос. Так, я вернулась. Нашла вот целую кучу невидимок. Сейчас мы их тебе приколем. Помню, когда-то у меня были такие длинные волосы. Девочки такие, девочки, ой, охота подстричься. Подстриглись. А, хочу длинные, нет. Длинные. Отращивают. Фу, эти длинные, надо подстричься. И так нет. До бесконечности. Я уж не говорила, что хочу длинные. Нет. Не знаю. Так, вот так мы его зафиксируем тебе и забрызгаем все лаком. Ты готова? Нет. Закрывай глаза. Magic. Следующее, что нужно сделать, это чтобы кожа блестела. Поэтому тебя сейчас напшикаем вот такими вот блесточками. Давай. Я знаю, вот у танцоров бальных танцев им делают автозагар. Автозагар еще, точно. Да. Нам надо будет тоже как-нибудь попробовать его сделать. Так, ну что, блестишь? Мне кажется, что особо не блестит, поэтому я принесла свои блестки, они точно будут блестеть. Давай, вот я сейчас как напудрим тут вот, то точно будет блестеть, однозначно. Поворачивайся. Ну что, Ева, теперь похоже, что настоящая черлидерша. Все готово? Нет, чего-то не хватает. И, наверное, это помпоны, правильно? Да. Держи помпоны. Вот такой лук черлидерши у тебя вышел. Поскольку черлидерша, сегодня нужно сделать макияж. Мама, можно я накрашу сама? Ты уверена? Да. Я слегка переживаю.
Ну, ладно, окей, ты же чирлидер сегодня, поэтому окей, красься. Я принесла необходимую косметику. Такие яркие подводки там лежат, я уже вижу. Точно, ты уверена? Да, у меня что-то с носом, я не знаю, что. Мы, короче, с подругой приходим со столовки, вот, а у меня такая фигня. Она говорит, у тебя тут фломастер испачканный. Она такая, что, где? Я вообще фломастером была. Подхожу к зеркалу и понимаю, что у меня тут какая-то фигня. И вот с каждым днем она становится все краснее и краснее. Короче, Ева где-то поцарапала нос и даже не поняла, где она это сделала. И поэтому сейчас придется это как-то замазать в макияже. Да. Думаю, ну давай попробуй. Удачи тебе. Начнем с тональника. Это необходимая вещь. Ну да, с таким носом, да. Но я думаю, что даже тональник здесь не справится. Мне не помогает. Ну ладно, потом что-нибудь придумаем. Все, я красотка. Уже? Ну-ка, покажись. Другое лицо. Теперь у нас хайлайтер. Ты кисточки, по-моему, взяла. Да. Ты что, ты решила справиться без кисточек? Да. Теперь брови. Вот такие вот румяши. Это мамины. Мамины надо аккуратно кисточкой брать, а не пальцами. Ты что? Я уже испугалась, это мои новые румяшки. Теперь я хочу сделать блесточки себе. Да, в принципе, блесточки для черлидинга очень актуальны. Теперь глаза. Теперь самое опасное. Да. Я хотела только что сделать тени, но вспомнила, что у меня есть подводки. Помнишь, что ее надо это водичкой или антисептиком разбавлять? Слюнями. Слюнями? Нет, слюнями не пойдет. Нет, я все-таки лучше лайнером. Нам пока ничего не видно с этой стороны. Что у тебя там получается? Вот так? Глаз! Нормально? Ну все растеклось. Это очень обидно, вот когда на подводке весь макияж пропадает. Попытка номер два. Я тебе пока вот хвостик поправлю. Не Саня! Извини, я не хотела. Так оставляем? Да, вдруг хуже будет. А вдруг лучше? Нет, теперь губы. Это уже губы. Не так страшно. У меня не получилось замазывать эту фигню, поэтому сейчас я воспользуюсь пластырем Hello Tea. Ну, кстати, розовый и очень даже может подойти, но это не точно. Помпоны прям в тему. Какая красота получилась. Ну, чтобы ты всегда оставалась красивой, вот тебе еще коробочка. Как интересно. Так, мне уже страшно. Что там, что там? Мне самой интересно. Это же Итми! Это же Eat Me, опять коробочка Eat Me, офигеть, давай смотреть, похоже, это что-то новогоднее уже. Да. Дорогая Ева, ничего себе, какое персональное поздравление тебе. Вау, это же бомбочки, которые окунаешь в молочко горячее, и там оно делается во вкусное какао. Офигеть, надо будет попробовать. Да. Офигеть, мама, смотри, сколько тут бальзама. Посмотрите, ребята, офигеть. Ничего себе, сколько их там. Давай откроем, посчитаем. 15 разных вкусов. Офигеть. Ничего себе, просто столько бальзамчиков на любой вкус. Классно, сколько их много, блин. Подари один. Окей, держи. Спасибо, с орешком, я очень люблю орешки. Итак, чтобы стать настоящей чирлидершей, нужно изучить основные позы чирлидинга, которые состоят из рук и из ног. Ты готова справиться с этим заданием? Первое твое задание – это сделать хай-В. Это что? Это буква В, галочка такая, только руками сделана вверху. Правильно, по-моему, это было изи, согласна? Да. Теперь такую же букву В, только вниз надо сделать, это лоу-В.
Ну, не ногами, а руками. Мы сейчас позу рук изучаем, да. Вот такая поза. Теперь правая диагональ. Одна рука вверх, другая вниз по диагонали должна идти. Вот, левая диагональ. Отлично справляешься. Теперь две вверх, две вниз. Следующие одна прямая рука, другая согнутая. Да, и в другую сторону. Буква Т. Это руки просто в стороны. Ты становишься буквой Т. Правильно. Давай перейдем к ногам. Да, давай. Просто ноги вместе, вот как ты сейчас стоишь. В классике называется это шестая позиция. Вот в черлидинге это называется сайд-дик. Ноги вместе, ноги в стороны, на ширине плеч. Да. Потом, значит, одна вот так, одна колено согнута. Теперь другая колено согнута. Это хич. Либерти, это вот так, коленка в сторону, одна и с другой стороны. Вот, отлично у тебя получается. Теперь колено, одно колено, второе колено. А, отлично, колено, вот нужно закрутить себя, да, вот так вот. И теперь в другую сторону. Вот, и с другой стороны. Теперь ты знаешь основные позы рук и ног. И, я думаю, можно еще подучить несколько прыжков. Ты готова? Да. Прыжки. Основной прыжок используем вот такой вот. И сейчас будем его пробовать. Хорошо, я тебе разрешаю попробовать с кровати прыгнуть, чтобы у тебя было больше места. Только очень аккуратно. Это уже страшно. Первая ошибка черлидерши, да? Во, этот получился, по-моему, отлично, прекрасно. Теперь ты знаешь основные позы черлидинга и, соответственно, должна придумать нам небольшую связочку. Ну что, прекрасно получается, но все черлидерши при этом что-то говорят, у них есть свои кричалки. И это твое второе задание, ты должна придумать кричалку себе. Скажи «Е», скажи «В», скажи «А». Получилось «Ева». Отлично, с этим заданием ты тоже справилась. А ты знаешь, что черлидерши, они вот все такие вот худенькие, стройные, потому что они вот много прыгают, много тренируются. И они очень правильно кушают. Поэтому следующее твой челлендж и задание – это скушать всю правильную еду. Ты готова? Да. Я придумала новые условия челленджа. Ты не просто должна съесть еду, а съесть ее закрытыми глазами. И при этом угадать, что ты ешь. Хорошо. Ничего не видно? Mm-mm. Вот тебе стульчик, садись. Я же сказала не подсматривать, это я тебя проверить. Все, тебе не должно быть видно, Ева. Все, сиди и не подсматривай. Кстати, на все про все у тебя будет всего одна минута, чтобы ты все попробовала и все угадала. Готова? Да. Вот такая тарелочка еды у нас получилась, ребята. Вот, все несложно угадать, но закрытыми глазами, возможно, будет сложно. Так, Ева, не подглядывай. Итак, у тебя здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 продуктов, Ева, и одна минута на то, чтобы угадать все. Окей, давай. Так, первое. Оливки. Не на ощупь надо угадать, а просто пробовать. Оливки. Так, оливки. Дальше. Огурчик. Огурчик. Дальше. Быстрее, время идет. Капуста. Капуста. Помидорка. Помидорка. Точно? Соленый огурчик. Соленый огурчик. Так, дальше. Перезовая капуста. Еще тут что-то есть у нас? Горошек. Горошек. Лук? Нет. Капуста? Ну пробуй. Что это? Чеснок? Да какой чеснок? Морковка. Морковка, ты чего? И остался еще один продукт, давай быстрее. Что это? Быстрее. Персик. Персик? Перчик. Перчик, да, правильно, все. Ты справилась с заданием. Ты еле-еле успела. Я думала, ты на морковке, короче, застряла. Что ты думала? А тут целая тарелка, думала. А тут ее на самом деле не так много. Но зато все правильно и полезное, правильно? Овощи. Итак, Ева, черлидинг – это про спорт, поэтому следующее задание у тебя будет опять спортивное. Ты готова? Да. Значит, твое первое задание – это сесть на шпагат. Даже без разминки?
Ну, разомнись, как тебе надо. Какие проблемы? Ну, это надо 20 минут разминать. Хорошо, разминайся, я засекаю. Так, разминочка, разминочка. Пошла, пошла, пошла. Ну вот, короче. Все? Да. Я не могу. Давай, нужен шпагат, Ева. Ну, на секундочку хотя бы. Так, на шпагатом придется еще немножко поработать. Ну, я даже не знаю, засчитать это или нет. Следующее твое задание – это мостик. Ну, я только что поехал. Ай, все шпильки поупадали. Шпильки отвалились, только что поела. Похоже, у тебя есть все шансы на то, чтобы проиграть этот челлендж. Вот Артур пришел на помощь Еве, говорит, что он сейчас вместо нее сделает мостик. Вот, у Артура вот такой вот мост, он борцовский, поэтому он стоит на голове и носом достает до коврика. Это просто бомба, Артуха. Вот такой мост, 40 секунд качает шею. Круто, Артур, благодаря тебе я засчитываю Еве челлендж, дай 5. О, вот это да, вот это сила. Утяжелители на ногах. Но поскольку ты практически не справилась ни с мостиком, ни с шпагатом, поэтому еще, пожалуйста, одевай утяжелители на руки. А вот теперь попробуй 10 раз сделать основные позы. Руки В вниз и руки В наверх. 6, 7, давай, 8, 9, 10. Да. 8, 9 и 10. О. Это было сложно? Да. Проще мостик сделать, согласись? Нет. Ну, раз ты так хорошо прыгаешь, то следующее тебе задание — нужно попрыгать через скакалочку. Так, тебе нужно прыгнуть 10 раз подряд. 6, 7, 8, 9, 10! И ваша прическа, тирлидерша, вообще распалась. Хвост опять отвалился. А сейчас мы все поправим. Итак, следующее задание, Ева, это сделать переворот на кольцах. Хорошо. Готова? Да. Ну, давай. Я могу на канат залезть. Может, это будет задание? Нет, задание будет взять гантели и качать руки. 10 раз. Давай. Раз. Раз. Два. Легко? 3, 4. Тогда 5. Качаем по-другому, раз так легко. Усложняем задачу. Одевай резинку на руки. И ты должна их разводить в сторону. 10 раз. И. Раз. Два. Сильнее. Растягивай резинку. Раз. Вот. Два. Так. 3, 4, 5, 6. Сильнее. 7, 8. Давай, 9. А, молодец. Задание — равновесие. Равновесие 5 секунд должно быть. Ух ты, как здорово у тебя получается. Как черлидерша ходит в магазин? Я куплю жвачку. Мятную, мятную, мятную. Ребята, уже день подходит к концу, уже ночь, надо ложиться спать. Вот такой вот день получился. Как черлидерша ложится спать? Так, что не спим? Не знаю. Ребят, напишите свою кричалку в комментариях. 3 лучших попадут в следующее видео, ну а 3 лучших комментария с прошлого видео. Ну что, я считаю, Ева сегодня отлично справилась с заданием быть черлидершей. У нее отличный талант к этому, способности. А вы, ребят, обязательно в комментариях напишите, какие способности и таланты есть у вас. А мы прочитаем все-все-все ваши комментарии. Вот такое вот видео получилось. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем пока! У-у-у!